События в Гималаях грозят перерасти в большую войну. Там прошли столкновения индийских и китайских солдат. Индийцы разгневаны и предупреждают, что отношения с Китаем не вернутся в нормальное русло. Граница между двумя самыми большими по численности населения странами мира, к тому же ядерными державами, была источником напряженности в течение десятилетий. В прошлом вспышки удавалось гасить благодаря тому, что стороны отводили свои воинские подразделения назад, а дипломаты улаживали конфликты на своем уровне. Но сейчас Кашмир может стать новой горячей точкой планеты. Действительно, о высокогорном районе в Гималаях. Данная территория управляется Китаем. Вот уже достаточно долгое время, после Второй мировой войны, решение было вынесено. Но Индия считает, что это решение не справедливо с исторической точки зрения. Ну вот буквально неделю назад, может быть, на наших глазах, ситуация неожиданно резко обострилась. Вот. Индия обвинила китайские власти в оккупации территории в приграничном штате Джамму и Кашмир. Вот. И вот в итоге произошла вот эта военная эскалация напряженности. У Индии споры о границе есть не только с Китаем, но и с Пакистаном. Пекин называет Исламабад своим всепогодным союзником. Щедро снабжает оружием, предоставляет экономическую помощь и инвестиции. Возможно, далеко не случайно в момент вспышки на китайско-индийской границе Пакистан счел нужным напомнить Индии о своих претензиях. На территорию претендуют сразу три государства. Это приграничная территория для трех государств. Это Китайская Народная Республика, это Индия и это Пакистан. Вот. Но основные два участника противоречий, исторически сложившихся, это за эту территорию, это Индия и Китай. Но поскольку Пакистан тоже, еще раз говорю, имеет, сказать, влияние в этой зоне, и он традиционно исторический противник Индии долгие десятилетия, ну, соответственно, он, естественно, в эту ситуацию вмешивается. У Китая и Индии сильные лидеры. Вопрос в том, не выходят ли военные или чиновники на местном уровне из-под контроля. И это создает дополнительный риск конфликта. Лилия Баталова, Универньюз.